положение. В управляющий город России по рукопашному бою представляющий военный спортивный клуб «Олимп» Москва, Россия. Приветствуйте! Игорь Ильяков! Радиоэт Андрей Ковалев дает заключительный инструктаж. Ну, собственно, дождались. Финальный бой гран-при в легком весе, весовой категории 70 килограммов, соответственно. Игорь Егоров, представитель военно-спортивного клуба «Олимп», город Москва. 6 боев, 5 побед, 1 поражение. Двукратный чемпион России по рукопашному бою. Собственно, 24 года. И вам, Забит Магомед Шарипов. Да, этот боец, кстати, является, в том числе, имеет отношение к нашему другу Джамхуату Билетову, известному заслуженному мастеру спорта Пушу Сэнда и президенту Федерации Республики Дагестан Пушу Сэнда. Он как раз является чемпионом Европы Пушу Сэнда, этого вида спорта, очень известного в Республике Дагестан. И в Китае, соответственно, и понятно всем. Победитель Кубка мира Пушу Сэнда он также является. Ну и тот человек, который прошел несколько стадий отборочных, в том числе и полуфинальную стадию, и вошел в этом весовом дивизионе 70 килограмм в финал гран-при. Школа, которую представляют 5 сторон света, тренеры Гусейн Магомаев и Александр Буряк. Гаджи Караев его здесь привез и выводит. И что, соответственно, 4 боя, 3 победы, 1 поражение. И клуб Fighting Eagle из Казамьорта, боевой орел. Здесь бой легким, в общем, по сути сказать, я не вижу. Я не вижу, потому что два спортсмена примерно равного уровня. Попал на встречу. Короткий, левый снизу. Боксерской стилистики, здорово. На ногах при этом, на челноке очень хорошо и легко двигается. Забит. Игорь Егоров. Более, наверное, удобная антропометрия для работы в партере, но хвататься не надо, Забит. Сейчас предупредят, минус балду. Физическая сила и то, что вы, Максим, как раз всегда цените в бойцах ММА, потому что у представителей Киева такие штуки, ну, утаиться способны. Распространены удары по ногам. Взять размен, правый прямой, левый сбоку. В разрез попадает, как раз Забит. И тут же почувствовал, что попал. Еще попал левый снизу. Хорошо попал, крепко. Картина изменилась. И тут же навстречу отвечает Игорь. Левый тоже из левши сейчас попадает Забит. Из левши по печени, с ноги, с колена, с руки. И причем меняет этажи. И как действительно умный, грамотный левша работает через печень. Здорово. Но я вам скажу, что, конечно, Игорь Егоров, бойчар, еще тот, тоже терпит. Терпит и волевой. Вот правый лу с данной дистанции. Точно попал. Разорвать ему. Ему-то, конечно, разорвать дистанцию, продышаться немножечко. Мне кажется, Игорь вот сейчас... Бросается в размен. Да. Рановато. Ну, он куда? Не уверен сейчас, очень не уверен в себе. И в ударной технике, конечно, вот сейчас невооруженным взглядом Забитого превосходит. В том числе и скоростных возможностей. Кстати, на скорости ему удалось попасть в разрез правый прямой, левый сбоку. Хотя атаку начинал сам Игорь в этот момент. И никуда не торопится. Вот, пожалуйста, вот он не стал торопиться никуда. Спокойно дождался, пока рыбы поднимет в стойку. Вот опять в разрез право направо. Посмотрите, Дмитрий. И сейчас левшу становится. Забит. И аккуратно закручивается против часовой стрелки. Рассечение. О, здесь правый луки. Попал. Еще один мощный. Хорошее оружие, которым по-настоящему владеет классный Игорь Егоров. Правый короткий быстрый лоу. С передней ноги. Попытка с дальней дистанции. Ну, это мимо. Вот опять бросается сам Егоров. Опять попал. Два точных удара. Тяжелых. На самом деле только... Вот это правильно вы часто иногда, Дмитрий, откроете тему. Вот это состояние непробитости бойца, молодого бойца. Видите, что да, он терпит эти удары, а на самом деле человек чуть более-менее пробитенький, мог бы упасть от таких ударов. На хотя при этом 24 года, спортсмен тоже опытный. Опытный, да, но бросается, не подготовив атак. Чем тебя так со скачка бьет, видно, как бьет. И Забито уже прочитал в этом отношении. Я могу уже уверенно заявить, что прочитал однозначно. Кстати, вертушка подвешенная. Пока не туда, но проигрывает. Безусловно, пока проигрывает. Игорь Егоров, надо менять тактику. Он пытается добраться до партера, но до партера как? Со связок надо заходить.
заходить со связок, с одиночным ударом он не успевает, его перебивает сейчас. Внутренний точный, еще раз слово внутренний повторный. И сейчас переводит сразу же два, это классика тот жанра, К1 на кикбокса, два нижний уровень и тут же в мидл, либо в хайкик с левой ноги. Прикормить и ударить, да? Да, здорово. Но это вот человек опять же мыслящий, видно, что по бою интеллект присутствует, конечно, бойца из клуба Fight Eagle. Вы знаете, Максим? Проседать чуть начинает. Вы знаете, Максим, немного сейчас расслабился, забит на горячий. Да, 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 да. Руки подпустил, да. Начал играться. Не рановато? Первый раунд только. Еще как минимум два. Чемпионский бой вполне себе. Да, он сейчас ничего не пропустил, в первый день практически ничего, хорошо. А вот здесь попытка опять прохода, не дает, забит очень грамотно, защищается. Да, кипка такая четкая. Сильно звать повторно. Хороший бой, Дмитрий, классный бой по-настоящему. Это будет настоящее отношение финала гран-при. Финалы, да, финалы, в принципе, они вот подобные. Если случается, то это скорее исключение, чем правило. Я думаю, что вы, Максим, это знать не хуже меня. Конечно, всем хочется красивый поединок. Конечно, всем хочется, когда, чтобы это была настоящая там или рубка, я не знаю, кто на что настроен. Мне интересно смотреть 15-минут партер, где почти ничего не происходит. Это мне. Вы знаете, в этом случае мне хочется всегда поблагодарить, вот, во-первых, и канал «Россия 2», и «Бойцовский клуб», и организацию «Про UFC», что дали вот мне, в частности, такую возможность здесь присутствовать и комментировать вместе с вами этот проект. Никаких проблем. Это, честно скажу, хочется такие проекты видеть воочию, непосредственно присутствовать на них. Если есть вопрос присутствовать на проекте, мне надо присутствовать. Без двух мнений быть не может. Даже при идеально предоставленной информации, с чем у нас частенько бывают проблемы, ищешь информацию по бойцам, ничего нет. Вот ничего нет. Приходится выходить напрямую на клуб, беседовать с тренерами. Да, я знаю, кстати, вы вот один из, ну, я думаю, что первых, наверное, комментаторов на нашей стране, который вот не чурается разговаривать с бойцами и с непосредственно представителями команды. Это очень правильно. Я чего-то недопонимаю, почему я должен чураться. Они мне оказывают честь со мной разговаривать. Они занятые люди, они выступают. Боец — это главный человек на любом событии, в любом случае. Просто, занят. К сожалению, есть примеры другого. Да. Есть и примеры других спортсменов, которые не то что разговаривают не хотят, а ведут себя немножко неправильно. Как это случается? К ММА, кстати, это относится к последнему. Опять второй раунд. Давай. Здорово. Вообще, бой, конечно, будет иногда потрясающий. Здесь еще ничего не решено. Мне еще нравится, вот, как сложно Егоров. Функционален, потрясающе прокачан боец. Классный плечевой сустав. Предплечье великолепное для жесткого удара как раз. Предплечье всегда показатель жесткого удара. Возможности нанести нокаутирующий удар. Такая антропометрия для ударника. Это очень важно. Ну и, конечно, видно, что все-таки Игорь в большей степени ударник, но с желанием перейти, особенно против хорошего ударника, в котором в этом случае мы видим представитель Fight Eagle клуба забит Магомед Шарипов, является, он, конечно, хочет, вы правильно говорили, Дмитрий Паперон, он хочет перевести этот бой все-таки в партер, но не получается. Здесь мало просто хотеть, там стоит боец такого уровня, что... Пальцем в глаз он показывал, что пальцем в глаз попал. Не исключаю, кстати. Стоит так, знаете, правильно стоит Игорь Егоров, так правильно именно классически для ударника. Классическая стойка такая, знаете, здорово смотрится со стороны. Хорошо смотрит. Дабл джеб двойный, но... Вот здесь чуть-чуть... Попал, по печени попал. Великолепный. Классный бой, как я получаю удовольствие, невероятно, что понятно. Это бой по ММА, напомню. Да, кстати. Потому что это так уже отвлеклись. Будут решать ударки. Здорово. После бэкфиста не уплыл. Еще, мне кажется, Игорь перекачан все-таки вот с правой руки особенно. Вот поэтому он доставляет свой удар очень долго, в отличие от забита. Вот здесь колено, посмотрите, здорово выбросил. Причем вовремя. С ударом снизу вышел. Бум справа, есть. Правый на левую. Здесь почувствовал забит, что попал. Еще хочет дополнить. Развить успех, как говорят в этом случае. Правый лоу навстречу, сейчас Игорь попадает. Сам теряет равновесие, вправо пропускает через руку, он вскользь. Бэкфист в защиту.
и в левшу. Вот когда забит становится левшу, сейчас он вернулся в свою стойку. Когда он остановился в правостороннюю стойку, у него как-то получалось с Лушевчиком. Ну что, неужели подсел немножко забит? Или устал? Выбужился. Видно. Не похож пока. Да, Блуджай, посмотрите, и просто никак не реагирует. И тут же справа, и тут же левый мидл. Окей. Классическая боксерская комбинация. Подустал, да, Дмитрий. Левый внутренний лоу-кик точный. И почувствовал Игорь Егоров, что, знаете, он функционален в этом бою сейчас. Хотя бы напропускался больше. И каких ударов он пропускал? Это не одиночные сейчас джебы, да, которые идут. Хорошие удары, да, подготовленные. Да, подготовленные. Хорошая комбинаторика, удар. Да, великолепный поединок, конечно. Настоящий финал гран-при Pro UFC. Да, уж насколько мы об этом, Максим, говорили, насколько редко интересные бывают финалы. Здесь ребята, конечно, карты брошены на стол. Да, неправда. Давай. С одной стороны и с другой стороны. Ничего просто не будет. Здорово. Ищет сейчас Игорь Егоров, пробует сейчас разные варианты. Смотрите, показывает глазами на туловище. И готовит атаку свою. Вот перевод, все-таки партнер. Первый перевод. Первый перевод. Здесь как себя поведут именно спортсмены. Хорошо рядом находится, хорошо все это видит. Голова. Интересно. Да, здесь более Егоров уверен. Ну да, он идет вперед за счет физической мощи прежде всего. И удары из гарда. Удары из гарда. Так позиция располагает. Можно что-то придумать. Смотрите, Дмитрий. Да, вижу. Вытягивает. Далее, как есть. Здесь только физическая сила, на самом деле, Игорь Егоров может, я думаю, спасти его от болевого приема. И позиция. Здесь отжать его некуда. А вот сейчас есть куда. А физику и Игорь, всякие мышцы. Сейчас он сейчас вытягивает. Забит к сетке прижат. Развернуться бы чуть-чуть, и тогда прием пойдет. А сейчас в какую сторону он крутится? Ему остается так вставать на голову и стараться соперника свалить. Соперник это прекрасно понимает. И говорит, нельзя сейчас падать. Молодец. Хорош, колено. И все тут так просто оказывается. А еще третий раунд. И здесь, посмотрите, что делает Игорь Егоров. Тут взрывается аудитория. Начинает болеть усиленно за бойца из клуба «Олимп». Тут же рестлинг не дает концовку. 10 секунд озвучивает бойца. О, хорош! Еще попал. И по корпусу. За Игорем Егоровым. Соответственно, второй раунд, мне думается. Не похож. Не полностью, да? Не согласен. Вторая половина как минимум. Вторая половина, я бы сказал, что третья треть. Даже третья треть? Да, третья треть. Потому что начало... Как вы просчитываете математически? Я не являюсь профильным математиком. Просто если брать логически, первая треть раунда, как было, так и осталось за бойцом из клуба «Боевой орел». Во второй произошел перелом, когда в какой-то из моментов забит чуть-чуть подсел. Вот как только он подсел, Игорь, как довольно чуткий боец, это прочувствовал. Пошел вперед. В итоге перетерпел попытку болевого приема в концовке. И сам немножко поработал. Но преимущество здесь едва. Ну, понимаем, что мы, естественно, не в позиции рефери, но вот если бы все-таки такая возможность была, бы как бы... Если бы такая позиция была, бы я бы находился вот по ту сторону. Нет, мы бы отдали на травму. Ничья. Классика жанра. Я думаю, что максимально с вами согласен. Классика жанра. Мне здесь больше, если кому-то... Кто мне лично больше понравился? В этом раунде мне лично больше понравился боец из клуба «Олимп». Почему? Потому что воля. Потому что проигрывая вдрызг по техническим данным, особенно после первого раунда, и на пропусках, он делает то, что мне кажется, называется камбэк. И, пожалуйста, в принципе, вот бой сейчас начинается с нуля. Кто выиграет третий раунд, тот выиграет третий раунд. Умейте мое слово. Да, сейчас вот действительно люди говорят,
прекрасный бой, в том числе действующие бойцы, тот же Гасан Умалатов, бойцы Академии России, это прекрасный бой он видит сейчас. Я думаю, бойцы, знаете, Светай Страйкерса, который... Локоть в стойке, вот пошел. Надеется в UFC, в Страйкфорсе. Ну, дай бог. Который уже поглотил его на UFC, конечно, эту организацию. Вот лоу, вот это лоу, это оружие, которое я с самого начала отметил, с самого начала первого раунда. Это оружие Игоря Егорова. Хороший у него лоу-кик справа. Ну и волевой, конечно, боец. А забит встал, руки стали как раз опускаться на пояс, уже тяжело дышать. И Угловой это прекрасно понимает. Игорь сейчас мнится, мне будет его подгружать дальше. Еще больше. Смотрите. Конечно. Перевод за счет силы. Перевернуть, плечом придавить. Еще немножко полежать. Как, собственно, говорил Алексей Ленин. Все вполне логично. Все. Просто если нас поставить гири сверху, вам будет тяжело. А если вот эта гиря еще, по-моему, сверху будет бить. Да, сейчас полный маунт. Не смастишь. Грамотно. Уйдешь. Грамотно забит. Можно усмастить. Грамотно забит, защищается. Да. И сейчас попытка. Его надо бы. Но он ее не делает. Для него сил нужно. А вот сейчас. Вес на руку пошел. Пошел. Не перехватился. Представляете, а вот сейчас физическая сила. Посмотрите. Вот сейчас за счет физики только могут вытянуть его сустав. Можно было попить. Да. Да. Но вытянул. Представляете, вот то, о чем мы говорили. Физическая сила опять. Мощь выносливость. Вот это Игорь Егоров, я вам скажу. Проигрывая дрызг первый раунд, чуть не упал. И нокаутом мог проиграть этот поединок. Как он вырвал этот бой на морально-волевых, на невероятной мощи и физической силе. Вот то, о чем я говорил. Это его тоже некоторое оружие. И, конечно, его прокачанность, вот эта мощь, она видна была, конечно, дышит великолепно, функционален, потрясающе. Ну, конечно, Забит тоже классный бой показал, но... Забит на самом деле молодец. Да. Он показал хороший бой, это хороший чемпионский бой. Хороший, действительно правильный, очень правильно построенный. То, что проиграл, ну, бывает то, что человек проигрывает. И здесь остается порадоваться, например, за Игоря Егорова. Что Игорь показал просто изумительный поединок. Вот это то, что должно, в принципе, нравиться. И вот этот чемпионский пояс, он действительно сейчас достался не тому, кто, я не знаю, был лучше технически или тактически. Тому, кто этот пояс больше заслужил на данный момент. Вот, пожалуйста. Великолепный поединок, визитная карточка Лиги смешной новой про UFC, такие бои, это супер просто, что-то невероятное. Дмитрий, я уверен, что вот не все на Америке, любому телеканалу будет интересно.